Наталья Рудова совсем недавно пожаловалась поклонникам, что страдает приступами обжорства. С самого Нового года актриса не может остановиться и ест все, что ей хочется. Хотя обычно она, склонная к полноте, держит себя, что называется, в ежовых рукавицах. Звезда поняла, что самостоятельно не может справиться со своими желаниями, поэтому она уехала в детокс-клинику, чтобы привести себя в порядок под присмотром профессионалов. «За последний месяц я набрала 3 килограмма, потому что ела все, что нельзя, и при этом я постоянно хочу есть, не могу остановиться», — рассказала Наталья. «Еще у меня очень низкое давление, производительности, соответственно, ноль. Поэтому я решила съездить на чекап в клинику, которой я доверяю. Сегодня я сдала кучу анализов для того, чтобы посмотреть, что происходит с моими витаминами, и общий анализ крови. Сегодня я уже была в криосауне, где температура минус 170 градусов, она подается с помощью пара. В криосауне нужно стоять 3 минуты. За это время вы теряете 500 килокалорий, ваше тело подтягивается, кожа становится упругой. Впереди у актрисы еще целая неделя самых разных процедур. Диетологи подобрали для Рудовой специальное питание. При этом сорваться нет ни одной возможности, ведь на территории клиники просто негде купить вредную еду.